Интересные знакомства, а главное возможность проявить себя. Так в Бресте на базе Центра молодежного творчества состоялся областной этап 7-го республиканского смотра конкурса «Лидер года 2022». 20 ярких представителей детских и молодежных организаций из всех районов Брещины продемонстрировали свои интеллектуальные и творческие способности в борьбе за звание лучшего. Мы считаем, что работа с лидерами очень важна для общественных объединений, потому что ведь у нас всю деятельность наших организаций строят сами ребята. И, конечно же, очень важна и видна роль лидера. Лидер ведет за собой ребят, ведет за собой, предлагает какие-то идеи, а также помогает в реализации идей ребят. Ребята, несмотря на свой юный возраст, на своем личном примере доказывают, сегодня можно и модно не только хорошо учиться, но и быть личностью разносторонней, иметь активную гражданскую позицию. Так на конкурсе все участники представили свои программы лидера. Это яркие идеи и проекты, акции, форумы для детей и молодежи. Интересно и динамично прошел конкурс ораторского мастерства, где лидеры в творческой форме рассказали о себе, своей организации представили ряд проектов. Настоящий лидер, он должен зацепить внимание, он должен привлечь свое внимание, на него должно хотеться смотреть и не отводить глаз. И именно такой лидер, на мой взгляд, должен завоевать сердца людей и детей, которые будут потом в будущем представлять нашу Брестскую область в мире. Я думаю, что Брестская область всегда очень высоко были подготовлены ребята именно вот на конкурсах «Лидер». Либо это октябрята, либо пионеры, либо члены БРСМ. Всегда очень высокая подготовка. И я очень надеюсь, что в этом году Брестская область покажет тоже высокий уровень. И я думаю, что нам легко не будет, это точно. Мы собирались у нас в гимназии, придумывали какие-то новые идеи, чтобы удивить жюри. И, честно сказать, я сегодня очень сильно волнуюсь. Лидеры не рождаются, ими становятся. И несмотря на результат конкурса, хочется отметить, что каждый из участников уже победитель, ведь у себя на родине он проявил себя активно и творчески.